С кем можно оставить ребенка, если матери требуется длительное лечение, а родственников нет? С таким вопросом обратилась Красноярка во время прямой линии на канале Афонтова к исполняющему обязанности главного участкового города Алексею Запьянцеву. Мне предстоит длительное лечение, а я являюсь матерью-одиночкой. Ребенку 8 лет. И вот как мне поступить в этой ситуации? Я могу куда-то в городе у нас его определить на какое-то время, вот на время моего лечения, чтобы и меня не наказали, и чтобы ребенок был под присмотром, а не один. Выяснилось, что ребенка на время лечения можно отправить в единственное место – в реабилитационный центр «Росток». Сегодня мы побывали в центре, там объяснили, что для того, чтобы ребенка приняли, нужно написать заявление, предоставить направление на госпитализацию. Все время нахождения малыша в центре с ним круглосуточно будут воспитатели, есть педагоги-психологи, которые помогают привыкнуть к новому месту. Если ребенок ходит в школу, то его на время переводят в близлежащее учебное заведение. Оно рассчитано на 94 человека. Там находятся дети, которых забрали органы опеки, и есть и те родители, которых находятся на лечении. Ребенок находится в группе по возрасту и по полу. Значит, у нас пятиразовое питание, сбалансированное, горячее питание. Значит, помимо этого, реабилитационный процесс включает в себя не только какие-то коррекционные мероприятия, но и педагогическую работу. То есть ребенок посещает у нас кружки, посещает у нас творческие мастерские.